Всем привет! С вами снова Александр Плав. Кендра. Я уже здесь чувствую отравленный воздух. Эта дрянь распространяется быстрее, чем я ожидала. Я пытаюсь ее изолировать, но много времени мы не выиграем. Нужно уничтожить эту штуку. Все реактивы найдешь в химической лаборатории. Иди туда, я взломаю замки. Хорошая пушка. И весят мало. Так, ну что, надо идти. Да, Айзек. Да. Поглядим, что там впереди. Ты не в силах помешать Божьему промыслу. Естественный порядок. Ты так же слеп, как и все. Подождите. Так я здесь... Похоже, кто-то сменил код замков на палубе, причем недавно. Думаю, мы тут не одни. Кто-то очень не хочет пускать тебя в эту часть корабля. А кто ж, интересно? Ну? Уже хотят. Отпирай. Напрягающее. Что там за окном? А, это даже не окна. Вперед! Только что поехал что-то, или мне показалось? Блин, а почему я опять снова здесь? Так, куда? Ух ты, ёп. Ой, ёп. Сдохни. Все, сдох. Черт. А что он нам даст? Батарея ставится, но ее можно загнать. Так, куда нам? Вверх. Ой, не нравится мне это, Айзек. Ой, не нравится. Ну и куда? Да. Не очень удачно. О, теперь нормально. Так, а почему бы нам нашу пушечку новую не попробовать? Стазис. Ты рядом с химлабораторией. Когда найдешь все реактивы, тебе понадобятся образцы ДНК инопланетных клеток. Я посмотрю, где они могут быть. Хорошо. Не люблю я лифты.
Но впереди жутко интересно, что же там будет дальше. Кредиты. Силовой резак. Ух ты, клево. Сколько силовых узлов уже? 6. А это что такое? Все понятно. Так. Вот. Еще давай. Вот, в самый раз. Мне кажется, вот эти штуки, они оживут сейчас. А может быть, сейчас его долбануть? Да. Обработка запроса. Пожалуйста, ждите. Синтез антигена завершен. Пожалуйста, заберите капсулу. А они не оживут, пока я буду забирать? Что ты делаешь? Борьба за жизнь достойна восхищения. А это что за хуй? Хотя, может, люди, как вид, не так безнадежны. Неужели лишь я один узрел это? Узрел, что мы все давно мертвы, но не хотим в этом сознаться. Прекрати свой век, свою борьбу. Наше будущее, твое будущее, будущее нашей расы, оно заканчивается здесь. Позволь мне познакомить тебя с детьми человечества, детьми, которые заменят нас нашим лучшим творением. Хорошо, это те, что ли? А он регенерироваться будет, да? А как мне выйти-то, ёб твою мать? Ты не сможешь убить это, Айзек! Оно постоянно регенерирует! Убирайся оттуда, беги! Ну это хорошая идея, на самом деле. Быстрее, быстрее. Кто-нибудь есть? Ах ты, сука! Да ёб твою мать! Какого хуя? Бля, ну это вы это видели? Ладно. Бывает. Уйди! Да ёб твою мать, чё ж за хуета? Жесть какая-то, ё-моё. Вообще не ссы.
маленькие ублюдки. Так, ну что, верстачок, поюзай немножко. Так, силовой пистолет. Скорость. Давай. Объем, давай. Ущерб. Давай. Это что такое? Перезарядка. Давай. Что такое? Урон. Давай. Что еще? Сюда, наверное. Давай. О, отлично. Так, а куда нам идти дальше-то? Обратно туда, да? Сколько у нас не очень... О, двенашка! Фига, это после апгрейда. Черт. Такое ощущение, что там сейчас кто-то будет. Так, только не ссать, только не ссать. Ага. Согласно лабораторным записям, они хранились в отделении интенсивной терапии. Доктор Мерсер, похоже, очень активно. А вдруг там дофига этих зомби? Я все еще пытаюсь связаться с Хэммондом, но не могу пробиться через помехи. Айзек, ты должен поторопиться. Ну опять я сюда иду, какого хера? А есть там Рэнди? Упрямство меня поражает. Держать так, как ты не ползешь вперед. Ты пытаешься удержать то, что было твоим миром. Но тебе он принадлежит детям. Найди радость в осознании того, что твоя смерть даст им жизнь. Послушай. Слышишь? Да слышу, слышу. Давай быстрее. Близко. Молись. Молись, сука.